Шахматы. Мне безусловно, я сам люблю шахматы. Бокс – это про холодную голову, про выдержку, про спокойствие и как бы разумные действия. Бокс, конечно, безусловно, это единоборство, и как в любых единоборствах, это столкновение между двумя участниками, которые имеют свои интересы победить. Но мы говорим не про агрессию, потому что если мы будем сильно агрессировать, у нас ничего отдельного не выйдет. Отец для меня как эталон того, каким нужно быть человеком, в первую очередь, и боксером, естественно. Я как бы его вспоминаю и привожу пример всегда его. Он для меня как бы самый поверх всех икон икона. Он в первую очередь учил меня не сдаваться. Боксер – это универсальный, наверное, человек. Он должен и плавать, и бегать, и прыгать, и играть в баскетбол, волейбол, футбол. Высшее образование получаю непосредственно, надо развиваться, учиться. Это такое дело, ты людей как бы обучаешь и должен быть компетентен в этом вопросе, я считаю. У нас сильнейшая, наверное, школа в Брянской области, потому что результаты по чемпионату Брянской области сами за себя говорят. У нас постоянно не меньше 10 золотых медалей, и все выступают, все бьются. Остановитесь, вот первый давай ты, Федор. Ты здесь будешь стоять. Федор второй здесь. Самые интересные – это, наверное, с детьми мне нравится работать. Так, и сейчас просто боксируем хорошо, на месте, сильно не прыгаем никуда, просто ударчики разные бьем. Поняли? Все, можно начинать, поехали. Когда я вижу прогресс у ребенка, ему это нравится, он начинает улыбаться, радоваться. Мне прям самому приятно, как будто это я занимаюсь. Для ребенка тренер – это как второй отец. И они слушают, иногда даже бывает больше тренера, чем родители дома. И иногда родители просят даже побеседовать с детьми о каких-то личных проблемах с ними. Надо терпеть. Отчет одной правой, левой тоже надо сильно бить. Давай, давай, давай. Девчонки приходят, потому что интересно. Их заинтересовывает это. Они прям благодарны, говорят, очень интересно. Никогда бы не подумала, что бокс может быть таким интересным. Это необычно для девушки, но это как бы тоже красиво по-своему и сильно. Я считаю себя всесторонним тренером, то есть я могу подстраиваться под любого человека, смотря какая у него задача. Если он условно пришел и сказал мне, я хочу быть чемпионом чемпионов, то он просто так из зала не выйдет. Он будет работать до конца. Тренировочная база у нас на высшем уровне, у нас самые лучшие как бы снаряды, упражнения и какие-то, может быть, даже инвентарь, который у человека нет, мы условно дадим ему обязательно. Если он даже пустой придет на тренировку, мы все равно его оденем, обуем и будет заниматься. Для меня бокс – это стиль жизни, и без него не было бы меня как личности, мне кажется, и я очень ему благодарен за все, и какие бы времена трудные не были, я бы все равно занимался им.
самая основная фраза, которую я запомнил на всю жизнь от отца, это «сделай то, что ты умеешь» перед выходом на ринг. Не люблю романы и сказки. Я читаю что-то научное, когда есть что-то, какие-то опыты, допустим, эксперименты. И психологию люблю.